Итак, друзья, всем привет. Я позвонил сейчас сам себе и сейчас расскажу о том, как можно передать картинку, которая у вас на рабочем столе на одном устройстве, другому. Ну, скажем, давайте вот этого смартфона передадим сюда картинку. Значит, для этого заходим, нажимаем на три точки справа вверху внизу, вот здесь, и нажимаем «Демонстрация экрана». Далее у нас спрашивают, приложение получит доступ, ну ничего, нажимаем «Начать» и... Как видим, теперь на этом экране у нас видно то, что происходит здесь вот, вот, на нашем экране. Причем, смотрите, я сейчас сверну, сейчас я отхожу, видите, я свернул вот здесь вот в скайпе и продолжает передаваться экран. Вот так, если я сверну, видите, теперь здесь у меня. То есть, в чем, для чего это надо? Это надо для того, чтобы, допустим, один человек подсказывает, куда нажимать, ну вот скажем, вот куда мне, как запустить Netflix, или куда нажимать мне надо, и передают всю информацию по микрофону. Микрофон я отключил, чтобы не было вот этого эха. Ну, это очень полезная, классная вещь. Ну и возвращаемся обратно в Skype. Секунду. И здесь можно опять вот так вернуться. Вот. А здесь можно вернуться вот сюда, на наш. Ладно, друзья, вот так вот все просто. Надеюсь, вам видео было полезно. А остановить можно просто нажать «Остановить демонстрацию экрана». Или там тоже можно было нажать «Демонстрацию», «Остановить демонстрацию экрана». И вот так вот теперь все классно, все замечательно. Теперь я просто снимаю свою кошку на другое устройство. То есть это такой даже прямой эфир. Видите? Так что, друзья, надеюсь, вам было полезно. Всего вам доброго. Всем пока. Котейка, скажи что-нибудь хорошее. Скажи что-нибудь. Ну скажи мяу хоть. Ты же можешь, ты же умеешь, я знаю, давай. Давай, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Ну ладно, не хочешь, не надо. Всего вам доброго, до свидания.